А то, що вам треба звідти виїхати, і ніхто нічого не буде довбити нахуй. Бо половину ви довбите. Приїхали, ваш ВБС є. Приїхали, сказали, що все, що вивозиться, ранені, без проблем. Ранених ми самі доставимо. Или всех погнали? Не важно. Да, не важно. Ну, понял. Можно ноги поднять, а? Да, понимаю. Еще, браты, один такой вопрос. Если начнут турки с русскими драться, вы чью сторону примете? Я не знаю. Мы ничью, поверьте. У нас есть своя страна, так что... Нам война не надо. Нам войны не надо. Так и нам же не надо. Она стравливает. Понимаете? Ну а кого вы слушаете? Ну, у нас был Яник, блядь, его выгнали нахуй. Так мы зрады, а чего вы не можете этого? Свою власть выгнать и стать с нами, вот, блядь, единую такую страну, чтобы, блядь, если все свет боял, блядь. А не этой России конченые подруги. Она вас использует, вы понимаете? Ну у вас Порошенко нас использует. А чего он нас использует? Мы сами сюда пришли. Мы... Если бы царь был, царь уже присягали. И Украина, Белоруссия, Россия. Я думаю, этого не было. Если был бы царь. Царя нету, поэтому жиды не хотят, чтобы он пришел. Да нет, сейчас мы уже слишком далеко. Да нет, почему я задаю вопрос тот, который интересует меня? Я не знаю, на этот вопрос ответа плохо. Вы просто не видели информацию, если говорить его, что полгода не видели телевизор. Да не, он видно. В принципе, можно это... А как мы можем выйти, если по нас минометы толчут ваши? Это страшно, тем более... Поверь, если ваши минометы по нас толчут, как это? Нормально? Нет, не знаю. Знаешь, я вот минометчик, но я минометов в глаза не видел здесь. А по мне минометы хватили. По мне тоже, поверь. Нет, есть уже. Есть, конечно. В Луганске есть. Вот именно. И эти граждане по нас толкли. Так что... А то, что, ребят, это, самолеты залетают над жилыми... А то, что... И дубасят ваши город прям. Били в России международный самолет, это вообще... А вот это выяснит это. Это из этого больше прилетело. Нет, выяснит следствие, правильно? Следствие вот почти уже. Что да вы там два дня были. Уже проследовали. Дайте сигарету. ДВшнику. Кому? Так, не, ніяку сигарету. Сигарету. Не, ніяку сигарету.